Доброе утро, уважаемые шахтинцы. Ехал проверить ремонт моста. Это у нас получается Маяковского, Победа Революции. Впереди каменоломни. И на пешеходном переходе в заднюю часть автомобиля врезается Рено Логан на большой скорости. Государственный номер 806. А впереди на пешеходном переходе шла женщина с коляской. По большому счету, если бы не стоял бы, может быть, была бы другая трагедия. Уважаемые шахтинцы, благодаря оперативной работе сотрудников ГИБДД нашего города, вот водитель сейчас дает пояснение, в машине находится в состоянии алкогольного опьянения, и вот эта машина, вот она далеко не уехала, слетела в кювет. И самое страшное, что пассажир, женщина была, она и есть, к сожалению, вместе употребляли алкоголь, и случилось ДТП, в котором, к сожалению, я пострадал. Но, повторяю, при этом, если бы не стоял на светофоре, а там переходили люди, быть может быть, он и сбил, не дай бог, людей.